Как в домашних условиях отличить драгоценный камень от стекляшки? У нас есть бриллианты, фианиты и муссаниты. На их примере покажу простой способ. Для этого рисуем три точки на листе белой бумаги. А почему три? Потому что у нас три кандидата на проверку. Камни нужно перевернуть и верхней площадкой положить на точку. Первый был бриллиант, второй фианит, третий муссанит. Чтобы было нагляднее, положу сначала на белый лист. Фианит по центру видно сразу. Показатель преломления у него ниже, поэтому с изнанки он просвечивает. Ну а как отличить муссанит от бриллианта? Давайте посмотрим поближе. Если смотреть по отдельности, то этих двух соперников отличить сложно. Но если их положить рядом, то картина становится яснее. Муссанит снизу просвечивает меньше. Во-первых, у него показатель преломления выше бриллианта, а во-вторых, у него есть такое свойство, как двулучи преломления. Благодаря этому качеству камень меньше просвечивает и больше блестит. Размер и форма огранки у всех камней одинаковые.